в России. Вот видите, нихуя не соединяется. Видите, что Россия творит, блядски? Вот, а видели, что? Россия! Москва! Сидит молодой хуёк! И все портит, блядь. Годнадзорный ЛКН, ёбаный, блядский. Все сервера переебали в России, блядь. Нихуя не соединяется. Видели? Говорят, блядь. Нихуя не соединяется. Нихуя ничего не соединяется, блядь, ёбаные. Годнадзорские твари, блядь. Ничто не соединяется, блядь. Твари ебаные. Эти, блядь, бесполезны, нахуй. Ничего не соединяется. Вот сервер поменять, блядь. Твари ебаные, твари, блядские. Уроды ебаные. Пробовать сервер поменять, что ли? Пидорасы ебаные. Видели, что творится? Это твари, блядь. Ебаные годнадзорные, блядь. Вот такая хуйня происходит. Не отвечает, блядь. Программа не отвечает. Это Годнадзор Москва наковыряла, пидорасы, ёбаные твари, блядь. Да? Все переебали, что можно. Все переебали, все сломали. Все разъебали. Или Москва сидит, или провайдер ломает, не знаю кто, блядь. Все переломали в России, блядь. Все сломали, блядь. Пидоры ебаные, блядьски. Лизденосики суют, блядь. Курносики русские, блядь. Ничего не разбирается, суют. Пидорасы везде, блядь, свои носы ебаные. Везде, блядь, сады, туда. Все переебали, все сломали. Попробуем с этим сервером присоединиться, не знаю. Управление трансляции, ну-ка. Прокатит? Нет, нахуй. Не знаю, не соединяется нихуя просто. Жесть, что происходит в России, блядской. В стране, блядь, Россия, блядь. Пидораса ёбаная страна самая в мире, наверное. Одни тупари сидят, но со мной ковыряют на чужом, блядь. Или эти годнадзоры ёбаные. Не знаю, кто там ковыряет, блядь. Москва, дебилы, блядь, сидят, ковыряют. Чужое, блядь, свое не ковыряет, а чужое обязательно. Каждый вечер надо программы сломать. Надо реестры переебать. Надо вот это сделать. Надо все сломать, блядь. Надо все переебать. Нет соединения просто нахуй. Все надо сломать. Везде нос свой засунуть, блядь. Сиди-то нахуй нету. Все переломал, все переебал. Че это такое нахуй? Это пиздец, короче, это пиздец, что творится в России, блядь. Это ёбнуться можно, что творится. Потому что они у меня синхронизированы, наверное, между собой. Надо тут такой же сервер поставить. Все переебут, все переломает, блядь. Я не знаю, что это такое, трансляция как там идет, интересно.
вроде началась, только теперь за место вот этой вот такая хуйня идет. Это нормально? Вот это перечеркнуто, блядь. Wi-Fi. Ну что это такое, блядь? Тут гигабайта поступает. Вот такая хуйня в России творится. Будет показ. Ну, трансляция у нас идет. Трансляция идет. Сервер я вот с этими играл. С утра было по-другому. Здесь были все эти горели, видели? Россия, блядь, Россия. Ёбаная страна Россия. Провайдеры лазают, либо ёбаные. Москва лазает, кто-то лазает, лазает. Все умничают, пидорасы, блядь. Дебилы. При этом сервер нормально работает. Сейчас. Палки все есть в ОБС. Вот, видите, все синие горят. То есть вот здесь вот кнопочка не оборвется, которая вот тут вот у вас идет. Как бы вот тут кнопочка есть. Могу показать, вот здесь кнопочка у вас есть. А вот. Которая вот тут. А вот тут, которая. У меня есть кнопочка у вас, короче. И она может нахуй оборваться. А почему здесь опаздывает трансляция? Понятия не имею, на другом аккаунте, то есть приложении браузера этой. Как его? Яндекса, понятия нахуй не имею. Но сейчас все идет, надеюсь, трансляция не оборвется. Обрывается трансляция, когда вот эти палки становятся красными. Короче. И возможно нахуй трансляцию вот так взять и оборваться вот здесь сама. Вы не нажимаете на эту кнопку, сначала выключаете здесь. Вот здесь начинаете установить трансляцию. Потом нажимаете вот здесь закончить трансляцию. И здесь вот это вот отсоединяется. Это нормально. А когда, ну, она вот вчера мы стримили через ОБС студия, она оборвалась. В общем, ладно, сейчас все соединилось наконец-то, блядь. Минут 30 ебался. Сначала ошибки выдавала, соединение с сервером, кресты рисовала. Потом палку какую-то нахуй нарисовала вот здесь. Вот крест был за место палок зеленых. Россия, блядская, короче, страна. Чудесная, блядь, она.